Йоу, всем привет, меня зовут Максим Шубин, сегодня поговорим о сериале «Люся». Вторая серия, друзья мои, у нас на обзоре, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям, рассказывайте, колокольчик нажимайте, и, ребята, пишите свои мнения в комментариях насчет этого сериала, очень интересно ваше мнение, друзья мои. Итак, вторая серия, в принципе, началась с того, на чем и закончилась первая серия, но, тем не менее. Вторая серия начинается с того, что полиция задерживает Сеню. Его обвиняют в убийстве депутата Андрея Комова. Ситуация кажется безвыходной, пока не вмешивается Люся. Искусственный интеллект помогает Сене выйти на свободу и разобраться с этим делом. Люся меняет изображение на камерах в видеонаблюдении. Вместо него там оказывается какая-то бабка. То есть дипфейк работает вот таким вот замечательным образом в интересах Сень. Хотя, по большому счету, Сеня вроде как и не валил этого, собственно говоря, депутата, потому что что он сделал? Ну, он был рядом, он был тем объектом, на которого агрился этот депутат, он чуть долбил по водосточной трубе, и часть этой водосточной трубы на него сверху упала. Собственно, от этого он и помнит. Ну да, там еще немножко толкнул его, но там уже как бы особо ничего было толкать. То есть, в принципе, я думаю, максимум все они могли бы там приписать, что это какое-нибудь убийство по неосторожности. Да и то, честно говоря, здесь мы не знаем, насколько это тянет. Если как бы хорошего адвоката еще найти, то в принципе, я думаю, вообще можно делать вообще ничем. То есть делать так, что он не виноват. Ну что, ну как бы есть запись, прям есть запись. Правда, здесь на этой записи видно, что там вообще другой человек. То есть это вообще прям шикарно для Сень, и он, конечно, почувствовал драйв, почувствовал новый вкус жизни, так сказать. Вот. Арсений идет на похороны депутата, где снова встречается с Ниной. Он рассказывает Нине, что это он убил ее мужа, хотя и не хотел этого сделать. Для Нины это поступок. Нина впечатлена, и она занимается сексом с ним. Прям так вот в лесу они там занимаются, потому что, ну, как бы, в кладбище обычно в лесу бывает, они прям в лесу, на похоронах занимаются таким ярким сексом. И это, конечно, не, ну, с точки зрения вот этой, как говорится, как ее там зовут-то, с точки зрения Нины, это вроде бы, ну, не то чтобы сильно удивительно, а с точки зрения Сени, то есть это, мне казалось, другой персонаж, это вообще как вау, удивительно, хотя, на самом деле, смотрите, ему там порядка 35-37 лет, да? У него, получается, ну, примерно вчера вечером был секс с женой. А тут он как бы еще и днем с Ниной. Ничего себе, вот дает мужик, да? И, в общем, меняет как перчатки, говорится, своих партнерш. В общем, он рассказывает Нине, так, он, да, он рассказал, все было. А, значит, вечером жена Сени сообщает ему, что у нее есть любовник и просит его о разводе. Ну, что могу сказать, я думаю, он не будет сильно против, хотя там, конечно, дети у них есть, они, по крайней мере, Сеня их очень любит, и, конечно, когда это происходит, разрыв детей, это психологическая травма, как минимум. Это плохо. Но, с другой стороны, жена сказала, что она уже давно с кем-то встречается, то есть она еще раньше изменила Сене, хотя она ему до этого и не говорила. В общем, она просто искала повод, чтобы с ним расстаться. А это отличный повод, потому что она поняла, что у него появилась какая-то женщина, значит, все, можно расстаться. На самом деле, я теперь начинаю, наверное, понимать, почему вообще люди изменяют. Мне кажется, я начинаю понимать. Почему? Потому что людям начинают, наверное, как-то обычно начинают людям быть скучно с теми, с кем они там живут, с кем они в браке. Они начинают искать кого-то другого, начинают изменять, раз, два, три, ничего не говорят, наоборот, скрывают, 4, 5, 10 и так далее. В общем, пока не будут уверены, что этот человек вроде как бы тот, кто им нужен, и, в принципе, надежный человек, которому можно уйти, скажем так. Тогда они такие, типа, ну все, что, я ухожу, типа, а там этот человек, может быть, ему изменял уже год, может быть, им изменяется, да. Ну, в общем, человек хочет какой-то надежности, стабильности. Такая, видимо, уж природа у человека, и хочет, чтобы было не скучно жить. И это когда все сочетается, это получается, человек изменяет. То есть нету какой-то честности. Например, вот человек понял, что ему скучно с этим человеком, и он такой, типа, ну, два варианта. Либо давай мы будем что-то как-то на нашими отношениями работать, чтобы они были не скучными, были классными, были драйвовыми, да? Либо, ну, давай как-то
расставаться, но при этом до измены, скажем так, то есть до измены, то есть до нахождения какого-то другого партнера или партнерши. Такого же обычно не бывает, ну это крайне редко, согласитесь. Ну, по крайней мере, то, что я вижу в сериалах, ребят, я, конечно, в реальной жизни не так, наверное, хорошо в этом разбираюсь и много этих историй видел, поэтому могу судить только по сериалам. Ну, сериалы все равно же на основе каких-то реальных жизненных моментов строятся, в том числе. Конечно же, не только исходя из реальной ситуации, но, как бы, я думаю, тоже доля, как говорится, правда в этом есть. Поэтому люди, наверное, будут изменять. И, наверное, нужно принять, что измена это не так уж и ужасно. Все-таки. Ну, надо это, наверное, принять. Потому что, да, так проще просто жить. Хотя, конечно, безусловно, это неприятно. Но надо проще, я думаю, к этому относиться. Ну, изменили, ну, ок. Че, расстаемся? Да, расстаемся. Окей. Но ведь может быть ситуация такая, типа, человек изменяет, но при этом он не хочет расставаться со своим, там, условно, официальным партнером или партнершей, да? Такое тоже может быть, и тогда что делать? Вопрос. Напишите, ребят, в комментариях, что бы вы делали в такой ситуации. Что будет? Если это человек, ну, такой, знаете, властный, что ли, на два. То есть, как бы, как будто бы вы как-либо зависите от этого человека. И это, как бы, может не только, ну, быть расставание, но и как-то еще подпортить вашу жизнь дополнительно. Что, конечно, явно никому не хочется. Вот. Ну что, друзья, давайте также еще сыграем в фифулю, кей-кей-кей, красотулю. В принципе, ребята, я пока сыграю, наверное, в Squad Battles, но в принципе, есть вариантик, я думаю, сыграть еще и в этих самых карьеру, в общем, начать за какой-нибудь клуб, ну и попытаться там стать в роли менеджера, в роли тренера. Будет классную команду, которая будет интересно играть, которая будет выигрывать еврокубки, местные кубки, внутренние кубки. И, соответственно, что? И, соответственно, продавать каких-то своих игроков, дабы как-то больше заработать и стать топ-клубом. Как-то так. Знаю, кого бы я взял. Я бы, возможно, взял Краснодар. Мне нравится Краснодар. Мне интересен Краснодар. Это очень, мне кажется, интересная команда. Вот, но что-то серверы ей не отвечают, а это плохо. Если они не отвечают, о май гад, сеть пропала. Да, соответственно, могут быть некоторые сложности здесь у нас. Я думаю, что реально сейчас вот прям взять сразу, потому что раз уж у нас так все складывается, прям так в эту сторону, это так назвал, то может быть так и поступить, то есть сейчас сыграть за какую-нибудь команду, ну, вернее, взять какой-то клуб и, соответственно, стараться сделать из него топ-клуб. Так, ну, вроде мы подключились, вроде connection пошел, вроде все окей. Так, ну, единственное, ребят, конечно, нужно как-то тоже возобновить все вот эти моментики. Все у нас работало, все у нас крутилось, вертелось, все было у нас красиво. Так. Ну, вроде работает, не знаю, там как-то дальше будет ли вообще работать. Но тут вот, конечно, да, уже пошло у нас. Ну ничего, я думаю, что у нас будет замечательно. Иначе быть, как говорится, не может. Так, ну что, коннектимся мы с севером и... Вообще, конечно, нужно список каких-то классных, так сказать, команд, уверен, даже не команд, а игроков найти, которые в перспективе могут стать большими топ, так сказать, игроками. Не знаю, может быть, Кедри какого-нибудь купить, Ансу Фати. Что-то не получается у нас подключиться к север. Ну да, это, я думаю, отличный вариант
Да, я хочу Краснодар. Не знаю, мне почему-то нравится Краснодар. Я не знаю почему. Но пусть будет, например. Хотя, наверное, невозможно. И, короче, сейчас посмотрим. Давайте играть. Футбол Вольта. Ultimate продолжит карьеру. Буду профи. Короче, новую карьеру надо создавать. Или нет? Я зачем за Ньюкасл, что ли, тут активно катаю? Удивительно. Я, похоже, за Ньюкасл катаю. Блин, это было настолько давно, что я даже не помню, что там вообще. У нас было это. Так, стоп, подождите. Сохраните выйти. Я хочу. Не, давайте, короче, реально, типа. Новую карьеру, да. Новую карьеру, новый клуб. Новая карьера, да, давайте новую карьеру. Не, давайте текущими составами. То, что сейчас есть. Карьера тренера. Я выбираю. Выберите тренера. Уже будет имя. Пусть будет Англия, например. Реальный клуб. О, собственный клуб можно создать. Ну прикольно. Ну давайте как бы все-таки реальный клуб выберем. Я хочу Россию, я не знаю, там типа сейчас возьмут и Вера в куки. Россия, есть ли Россия? США. Нету России, что ли? Реально, нету России. Рили? Обалдеть. Нету России. Окей. Что тогда делать? Англию, что ли, выбирать? Астон Вилла, Брентфорд. Бёрнли. Ничего стоит не буду брать. Цена клуба. Кристал Пэлас. Эвертон. Лидс Юнайтед. Лестер Сити. Манчестер. Кристал Юнайтед. Норвич Сити, Тоттенхэм, Уотфорд, Уэстхэм, Вулверхэмптон, Арсенал. Да, давайте прям совсем домную команду. Брэнфорд, вот 18 миллионов. Прям самое дно. Короче, Брэнфорд берем. Самая такая слабая команда. Самая слабая. Ну, как бы. Многие на самом деле. Кстати, на вашем заднем трибунном поле. Куч будет вообще как бы. Молтон Роуд. А, нет, кстати, это важный момент. Чем куч садите. Дик.
Статик. Что еще можно сделать? А, наверное, дальше надо. Или назад идти. Домашний стадион. Да, я просто давайте далее все это. Сложность матча. Ну, давайте так вот сделаем. Дети, конечно, просто коротенько сдал евро. Мы же в Англии. Фунт стерлинг. Еврокубки, естественно, на соложение. Минуты нам мешают. Их, да. Мы можем ярд сразу. Вау. Ну, это прикольно. Че, берем? Ну, да, почему бы и не? Продолжение сборных. Я, наверное, отключу, что-то не нужно. Трансферное окно. Включено. Все вроде. Готово блистать. I'll scout. Scout. Окей. Окей. Так, что-то у нас загружается. Все. Гордосненько у нас тут все. Ладненько. Так. Создать карьера. Пусть будет карьера 2. Пусть будет так. У нас как бы есть целый ярд. Бэрфорд. То есть, вроде бы у нас и бедных у нас целый ярд. Дэм. Так, что у нас здесь? Давайте тут как можно больше заработать. Давайте тренируйтесь специально нормально, чтобы все было у вас. Состав. Ну что, сразу, наверное, трансфер, за трансфером нужно. Нужны качественные нападающие. Так. Прокладный бюджет. Трансфер. Бюджет. Давайте сейчас посмотрим. А, ну, трансферный бюджет хороший. Больше ярда. Поменьше сделать для распределения. Идем сюда на уведомление. Здравствуйте. Лиса команд. Хочу приветствовать клубы Брэдфорд. Нужно. Нужно задавиться. Строй. Так. Ладно. Работай. Так, трансфер. Любая позиция. Искать игроков. Да. Подождите, что это как тут? Центр трансфера. Понял. Всемирная сеть. Так, любая позиция. Многообещающие. Цены здесь у нас. Нам НАПО нужен. Здесь, короче, что? Здесь нужно искать, ребят, кто у нас тут получше. Я сейчас, короче, поищу, наверное, ну, типа, чтобы сразу нормальных основ покупать. Вот, чтобы покупать там каких-то в будущем даже. Так. Игроки FIFA 22. Перспективные. Вот. Сейчас посмотрим самых перспективных игроков. В принципе, сразу можем Килиан Мбаппе. Конечно, он не самый перспективный. Все позиции. Так, с трех включения. Скорости. Ладно. Это Райан Гравенберг, например. Знаете, все-таки нам нужны позиции. Сначала хочу нападающего, центрального нападающего, прям топочка. И у Фода. Жуан Феликс.
кажется. Давай Филу Фодена приобретем для ничего. Фил Фоден. Так. Искать игроков. Так. О. Дэн. А, ЛФА. Блин. Ну, ладно. Уже вариант добавить трансферов. Так. Мбаппе хочу еще также. Да, что-то я слишком, наверное, дорогих. Сейчас собираю. Ба. Ба, Килиан. Килиан стоит. Так, ПП. По флангу кого-то еще хорошо. Активно надо, так сказать. Так. Правые страйкеры. Правые страйкеры. Кай Хавец. Кай Хавец. Раз. Кай Хавец. Давай Хавец. Вот Сапник. Левый нападающий. Парец. Лучше. Правый нападающий. Правый вингер. Не, вингер, правый вингер. Левый Месси. Как раз, да, вингер нужен. Ух. Это лучше, значит, перспективное. Перспективнее. Федерико Хьезе. Хьезу приобретем. Хьезу. Федерико Хьезе. Чьезе. Чьезе. Хьезе. Федерико Хьезе. Отлично. Сейчас его еще. Так. Дальше нам нужны ТПшники. ТПшники хорошие. Равенберг, возможно. Центральный нападающий, так, левый, центральный полузащитник не нужен. Так, Педри. Педри, сейчас что? Включите, что? Педри. Реально центральный полузащитник. Не он строит. Так. Педри получается. Фрэнки Де Йонг, Райан Гравенберг, Фрэнки. Так. Эй. Вот 4 года. Ну. Надеюсь, он спадет мне на всех этих. Райан Гравенберг. Гравенберг. Энгер. Энгер. Для начала, как бы, я думаю, вот этих 6 игроков приобрести. Так сказать, да? Центр трансфера. Сюда. Связать себе купить. Так. Тут. Ну, нормально вроде, да? Да, здравствуйте. Очень здорово, что приехал. Это прекрасно. Что? Брэндфорд. Давайте предложить вам 7 трансферов. Ну что, он стоит тут только. Я 82 мульта и предложу. Нет, так нельзя. Ладно. 82 мульта предложим. Дай предложение. Хорошая цена. Он стоит дороже. Вы обалдели? Ага. Вот это продолжение. Так. Вот сутри лям. Очень хорошая цена. Нифига себе. Великий Брэндфорд. Так. И супер.
110. 10 лямов. Очень хорошая цена. Очень много. Вот. Так. Хотя бы сбить 10 лямов. Нас это устраивает. Но это, конечно, деньги-то лучше. Все переговоры. Давайте еще переговоры. Да, ну давай. Ключевой, ну естественно, это будет ключевой. Вот тут предложение. Так. Нет. Наверное, зарплата 120 тысяч. 20 тысяч рублей. Тут можно. Предложение, наглядно устраивает. Все отлично. Что, подписали, получается? Первый. Да, состав. А, схема. Хочу такой схему попробовать. Так, а здесь мы вот подумать должен поставить. Ну вот. Блин, есть. Первый пошел. Во. Ну, киевки. Спасибо, я тут пришел. Всем удачи. Всем пока.